Сегодня у нас прошла лекция, посвященная истории 8 марта. Называется «От борьбы к цветам. История 8 марта», где был поднят очень важный вопрос о том, что сегодня женщины забывают о происхождении 8 марта, о его истории и о важности этого дня в современной истории женщин. Мы говорили о том, как многие маркетологи используют 8 марта для получения прибыли. Мы говорили о том, как по-разному многие женщины понимают этот день. И у нас разгорелась достаточно жаркая дискуссия о том, как кто воспринимает этот день. И мнения разошлись, конечно же. Феминистки во многом говорили о том, что этот день забыт как истоки, забыт как женская борьба. Женщины многие утверждали, что 8 марта — это день, когда они получают внимание, желанное внимание и какую-то поддержку от противоположного пола. Все это проходило на базе библиотеки 1+1. Это библиотека номер 56 на Римского-Корсакова 16. Интересное арт-пространство, можно сказать, для матери и ребенка, где женщины могут провести время за арт-терапией, за определенным интеллектуальным отдыхом, интеллектуальной деятельностью, поделиться опытом, поделиться своими взглядами. И при этом за их детьми присмотрят опытные волонтеры. Очень хорошее место, и я рада вообще, что такие места существуют в Москве. Надеюсь, они будут расширяться и в дальнейшем. Спасибо.